всем зрителям канала Мыл Опт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению крем-бальзама. Нам понадобится масло кунжута, масло кокосовое, масло ши-карите, пчелиный воск, канделильский воск, какао нерафинированное и баночки для крема. А также эфирное масло манго, мерный стакан и электронные весы. Я отмерила на электронных весах 15% пчелиного и канделильского воска, 30% масла ши, 30% кокосового масла твердого и 5% какао-масла, а также 20% кунжутного жидкого базового масла. Теперь я растапливаю все это на водяной бане. И после того, как расплавятся все составные части, я еще около 15-20 минут на маленьком газу или на маленьком режиме растапливаю смесь, помешивая, и затем разливаю в баночки. Долгое растапливание крема нужно для того, чтобы воск хорошо разошелся в креме. Иначе, если быстро его растопить и не подождать, даже после полного растворения, он может просто в креме у нас пойти крупинками. Нам этого не нужно. Мы растопили наши ингредиенты для крема. Вот такая у нас получилась жидкая консистенция. И теперь мы будем разливать в жестяную тару крем и ждать до полного застывания. Вот такой у нас получился в итоге красивый крем-бальзам. Он имеет очень богатую густую консистенцию. Крем достаточно питательный, но не слишком жирный. Экспериментируйте с ингредиентами. И всем удачных рецептов. Напоминаю, что все ингредиенты для косметики вы можете найти на сайте Мыло Опт. А также такая красивая подарочная тара. Также на сайте есть большой выбор. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!